Польша, октябрь 1944 года. Снимались Брахим Аслум, Стив Суиса, Изабелла Орсини, Дави Сарду и Патрик Бушете при участии Брюса Пейна. Композитор Дидье Локвуд. Оператор Пьер-Ив Бастар. Автор сценария Йони Дармон и Жак Уаниш. Жестокий ринг. Продюсеры Нелли Кавски и Жак Уаниш. Режиссер Жак Уаниш. Посильнее. У меня ведь руки маленькие. Не волнуйся, я хитрее его. Я его уложу. Лучше сам ложись, Виктор. Нужно сдаться как можно быстрее. Этот бой только чтобы показать, насколько они лучше нас. Если сразу не поддашься, ты труп, Виктор. Я тоже. Наша жизнь — это чудо. Каждая минута. Каждый час. Смерть окружает нас в этом лагере постоянно. Она уже в самих нас. Los, aufstehen. Встать. Folge mir. За мной. Пошел. Все в порядке? Не совсем. Ноги тяжелые. Пошел. Господа, справа от меня чемпион мира в наилегчайшем весе, еврей. Еще весит пару килограммов, но уже не жилец. Слева от меня Хауптшарфюрер СС Курц, прекрасный боксер и достойный представитель нашей чистой расы. В этом бою все правила благородного спорта будут соблюдены. Я лично за этим прослежу, пресекая еврейские уловки.
Господа, ударьте в перчатки. Что ж, это будет забавно, не так ли? Бокс! Ком, бокс, бокс, ком, ком. Ком, бокс, бокс. Тунис, 1929 год. Чемпионате. Он не может боксировать. Слишком поздно. Что? Кого-нибудь другого мне давай. Они же не боксеры. Что, не понимаешь? Ты туда глянь. Они разорвут нас, если не увидят бой. Попробуй его брата. Он должен быть чертовски хорош. Давай этого малого. Меня? Я видел, он отличный боксер. Ты что, Альдо? Ты с ума сошел? Малой еще не готов. У него не было еще ни одного боя. А Мохтар десятки выиграл. Он же его убьет. Послушай меня. К черту зрители, идем отсюда. Джо! Подождите, месье баронесс. Почему не попробовать? Ты что, Бенджамин, ты совсем спятил? Нет. Виктор хочет стать боксером. Вот и посмотрит, чего стоит. Пусть он попробует. Он дело говорит. Точно, месье Пуличино, точно! Джо, дай мальчикану шанс. Ты же вечно говоришь про Макту. А может быть, это его Макту? Кто знает? Виктор, что скажешь? Мсье Бельер — крупный менеджер в Париже. Он здесь, чтобы подыскать хороших боксеров. Виктор, послушай меня. Мсье Бельер приехал за мной. Но судьба распорядилась по-другому. Главное, что в любом случае поедет Перес. Согласен? Этот бой – гигантский риск. И только ты сам должен все решить. Я уверен, у тебя получится. И хотя тебе решать, запомни, откажешься – я сам тебя убью. Покажи ему. Давай. Парень, говори имя быстро. Виктор. Фамилия какая? Виктор Янг Перес. Произошла внезапная замена! Это новая надежда! Посильнее, у меня ведь руки маленькие. Не бойся. Янг Перес против воина Мохтара! Thank you.
Мохтара, победил Мохтара. Динг-данг-донг, динг-данг-донг. Ура, Виктор, ура, Виктор. Чемпион, чемпион. Победил Мохтара, победил Мохтара. Стойте, стойте, стойте! Проявите уважение к флагу. Да ты же не француз, а мальтеец. Ну и что? Однажды я им стану. Вперед, отчизны, сыновья! Час вашей славы! Ты что делаешь? Ну-ка, Виктор. Идем, идем. Я везде тебя ищу. Благодаря тебе сегодня удачный день. Да. Думаю, сегодня я один на тебя поставил. На, это твое. Спасибо, месье Белье. Запомни, ты лучший, малой. Да. И не позволяй никому говорить иначе. И мне тоже, ясно? Спасибо. Давай. Да. Развлекись, малой. Пока. Спасибо. Я победил, мама. Я знаю, мой мальчик. Матери всегда все знают. Пообещай мне кое-что, мой мальчик. Что, мама? Что не позволишь никому бить тебя по лицу. Никогда. Да, клянусь, мама. Клянусь. Я люблю тебя. И я тебя, сынок. Ложись спать. Я пойду. Ладно? Люблю тебя. И я, сынок. Храни тебя, Господь. Ну что, какие планы? Ты гляди. Это тебе подарок. Не доверяешь? Доверяешь? Бери большую веру, понятно? Ну ладно, как будто ты ее знаешь, девственник. Ну иди сюда. Вера! Проходи. Салам алейкум. Добрый день. Добро пожаловать. Проходите. Прошу. Прошу. Спасибо. Вот это да. А, малой. Привет. Иди. Не бойся. Идем. Этот твой бой был превосходен. Необычно, конечно, но мне понравилось. Как ты знаешь, я набираю боксеров. И хочу взять тебя с собой. Я плачу тебе дорогу, проживание, а с тебя 20% прибыли. Что скажешь? А, Бенджамин? Бенджамин, Бенджамин. Он тоже поедет. Он тебя подготовит. Станет твоим тренером. И будет приглядывать за тобой.
Иначе ты там понаделаешь глупостей. В Париже для этого куча возможностей. Для такого пройдохи, как ты. Париж! Слушай меня, Виктор. У тебя динамит в кулаках. И ноги балерины. При этом есть характер. Да, возможно, даже слишком много. Но в Париже тебе придется постараться. Потому что, хотя они и модно одеваются, все же они обычные дикари. Ты можешь стать великим. Эй, ты слушаешь меня? Пока ты еще никто. Придется трудиться. Прямо с этой минуты. Все понял? Да, месье Белир. Париж, 1930 год. Ты юноша? Это элитное заведение. Опусти голову, обслуживай и не дерзи. Да, месье Морис. Уверен, у тебя получится. Наконец-то. Умираю от жажды. Думаешь, я красивая? Да, нет. То есть? Ничего, не волнуйся. Меня зовут Мирей. Виктор. Виктор. Простите, мадам. Извините. Спасибо. Ну же, и себе. Нет, нет, не могу, нельзя. Я разрешаю. Давай. Да-да, не стесняйтесь. Еще, давай так, так, вот так, так. Бей. Давай, давай, в корпус бей. Вот мы боксировать так будем? Успокойся, ты не в тунисе. Вот. Расслабься. Двигайся, хорошо. Бей, 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 левый, левый. Хорошо, ты свободен, а ты пока останься. Месье Бельер, ну что, как вам вчера Марсель? Хорошо дрался? Я не совсем уверен. Дай еще немного времени, я посмотрю на него в следующем бою и скажу. Как тебе тунисец, а? Ты его проверил? Еще нет. Я собирался. Проверяй, я жду. Так это ты у нас, Янг Перес. Поднимайся. Супер легкий. Надень перчатки. Представь, что это Монмартр. И покажи, на что ты способен. Дважды повторять я не буду. У тебя на носу бой. Покажи все, что умеешь, понял? Давай. Вот это боксер, месье Белье. О, хорош уже. Нет, Виктор. Нет, 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 Виктор. Перестань. Виктор, хватит. Стой, стой, стой. Стой, ты его убьешь. Хватит, 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 хватит. С ума сошел? Хватит. Да ты просто больной. Эй, во Франции дерутся по правилам, идиот. А ну, проваливай и возвращайся, когда остынешь. Он сам начал не по правилам. Все вы, арабы, одинаковые. Ищите оправдания. Вечно жалуетесь. Идем, Бен. Он прав. Я виноват. И чтоб ты знал, я к тому же еврей. Не только араб. И мне тут делать нечего. Вот и проваливай.
приходит последний. А потом на износ работает. Упрямый у вас араб. Нет, он еврей. Да еврей, араб, без разницы. Упрямый. Он хитрый малой. Надеюсь. Это преимущество. Чемпионат Европы по боксу. Янг Перес против Николя Ледельга. Виктор, ты бы лучше отдохнул. У тебя бой завтра. Отдохну в гробу. Завтра там и окажешься. Ну и ладно, тем лучше. Мы находимся в Парижском дворце спорта, где сейчас проходит чемпионат Европы по боксу. Обладатель титула чемпиона Николя Бельга встретится со своим соперником, молодым тунисским боксером Виктором Янгом Пересом. Почти весь Париж собрался сегодня здесь. И Виктор Янг Перес стал обладателем титула чемпиона Европы, победив Николя Бельга. Молодец, Виктор! Мы гордимся тобой! Федерация отобрала титул у Виктора Янга. Перес не француз, он тунисец, а Тунис не входит в состав Европы. Новости культуры. Даже в газете пишут, что я француз. Даже фашисты. Даже они. А для чемпионата Европы я уже не француз, африканец. Я побил чемпиона Европы, а они забрали титул, потому что я африканец. Африканец? Да если бы пришлось, я бы умер за Францию! Хватит уже заниматься самоедством. Две недели об этом ноешь. Француз, африканец, подумаешь. Да пусть хоть китайцем назовут. Через 2 месяца чемпионат. Чемпионат мира. И там они не отберут у тебя титул ни за что. Ну да, если выиграю. Если выиграешь. Не верится, что Бельер дал свою машину. Видишь? Невозможного нет. Вот и доказательство. Сделали то, о чем я просил? Конечно, месье Перес. Спасибо. Видишь, Виктор? Мы здесь. Мы здесь.
Ну что? Ты готов мне проиграть? Еще посмотрим. Обещаю не бить тебя сильно. Покажи, на что способен. Начали. Только не забудь, что я твой брат. Оп! Ну что? Прыгучий. Ой, хватит, хватит, хватит. Знаешь, почему ты здесь? Потому что ты помнишь свои корни. Запомни, это твой шанс, Виктор. Он вырубит его. Вот увидишь. Хватит, хватит. Хорош. Сними перчатки и дай ему воды. Додумался привезти сюда мальтийца. Да, он мой друг. Парень. Что? Выйди. Янг Перес. Как думаете, смогу нокаутом победить? Опять спешишь? Легендарная нетерпеливость. Послушай, малой. Это все вопрос... Вопрос выдержки, я знаю. Правильно. В чем дело, малой? Месье Бельер, вы ведь выгоните меня, если я облажаюсь. Виктор, очень важно этот вопрос задавать себе постоянно. Перед каждым боем. Каждую минуту жизни. Жизнь – это вечный выбор. Человеку постоянно... приходится делать выбор. Это как дыхание. Это рефлекс. Если остановишься, умрешь. Ну ладно, пойдем. Состоится уникальный бой. Встречайте! Американец Фрэнки Дженнаро! Чемпион мира! И претендент, тунисец с сердцем француза, Янг Перес! Пожалуйста, драться честно, ударьте в перчатки. Удачи. Сделай его, Виктор. Давай, Виктор. Бокс, давай, Виктор, давай. Сделай его. Фантастический бой. Американец Фрэнки Дженнаро, обладатель титула чемпиона мира против молодого тунисского боксера. Фрэнки, бой, ты иди! Давай, давай, давай!
передвигается. Такими темпами он ляжет уже в первом раунде. В том же духе. Я, кажется, понял. Когда он бьет, выбрасывает плечо вперед. Я всегда говорил, изучай противника, обнаружь слабое место и будь хитрее. Американец тоже очень хитер. Это еще не конец. Давай, братья. Давай, давай, давай. Сделай его, иди. Танцуй, Виктор, танцуй. Виктор Перес!
Месье? Благодарю. Сегодня мы с радостью приветствуем в нашем кабаре нового любимца Парижа, самого молодого чемпиона мира по боксу, франко-тунисца Виктора Янга Переса. Присядь сюда, милая. Итак, каково это быть кумиром всего Парижа? Ну, гораздо приятнее, чем получать удары от Дженаро. Прежде чем оставить вас вашим многочисленным поклонникам, я хотел бы сказать от имени французской публики и французского спорта спасибо и браво, Виктор Янг! Да. Встань и скажи пару слов. Они будут умолять, чтобы ты стал французом. Я хочу посвятить эту победу моим друзьям и моей семье там, в Тунисе. Для французского спорта это важный день. Но он важен и для Туниса. И знаете, не имеет значения, выиграл я или проиграл, я все равно француз. Мне всегда хотелось стать чемпионом в Париже, и вот я им стал. Сказка стала явью, благодаря тем, кто здесь. И благодаря тем, кто ждет меня дома. Я много работал, чтобы оказаться здесь. И вы не представляете, как я вас люблю. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Что сейчас думают наши в Тунисе, Виктор? Мама гордится тобой, брат. Хорошая работа, милый. Спасибо, месье. Спасибо. Самое трудное – это не проиграть, а справиться с победой. Тебе придется к этому привыкать. За вас. Лихаем! Я знаю этого Виктора. Он был официантом в отеле. А теперь он чемпион мира. Прекрасно, прекрасно. Вы знаете Виктора Переса? Угу. Весь Париж говорит о нем. О, Янг, познакомьтесь с месье Ивановым. Очень приятно. Здравствуйте. Значит, Сталин ваш новый царь, большевики убивают друг друга, а Троцкий уехал в Мексику. Все так и есть. Нас всех ждет очень суровая депрессия. Особенно американцев. А что думаете вы, как человек, приехавший из колонии? Протектората. Простите? Просто Тунис – это не колония, а протекторат. Я обязана с ним поговорить. К тому же, он такой милый, он мне нравится. А как же я, Мирей? Юбер, вы смеетесь? Если бы вы были режиссером, а вы лишь симпатичный сценарист. Откуда? Но здесь вас очень любят. Вы молоды, и мы бы очень хотели, чтобы... Оставьте юношу, Франсуа. Делами займитесь в другой раз. Добрый вечер. Меня зовут Мирей. Вы меня не помните? Боюсь, что нет. Глупо с моей стороны. Обычно такие банальности говорят мужчины. Послушайте. Дело в том, что я поспорила с моим другом, что вы пригласите меня к вам присоединиться, и мы потанцуем. Так что? А на что спорили? Если я проиграю, то проведу весь вечер в компании этих унылых стариков. Настолько занудных, что видят конец света повсюду. А если выиграете? Что ж... Проведу вечер с вами. Но я очень плохой танцор. Thank you.
Может, мы все-таки потанцуем? Нет, вы не поняли. Я не кокетничал, правда? Я не умею танцевать. Шутите? Чемпион мира по боксу не танцует? Нет, идемте. О, нет. Идем, идем, идем. Нет, прошу идем. Вас. Техническим нокаутом. Мои ноги. Сделайте что-нибудь с моими ножками. Наверное, мне пора домой. Хотите, я вас провожу? Давайте не будем спешить. До скорого, чемпион. Это правда необходимо? Конечно. Если хочешь идти со мной, ты должен выглядеть подобающе. Это лучший портной Парижа. Он учился в Лондоне, в Савил-Роу. Кончай трогать мои яйца, а то оторву твои. Извините его, месье боксер. Ты что, на завтрак съел целого льва? А ты как старая кляча. Чемпионат через 2 недели. Ты забыл, что ты боксер? Брось ее. Она не для нас. Что за бред, а? Она не для нас. Ты запутался, не видишь, что делаешь. Транжиришь деньги. Найди себе туниску. Женись на ней. Все будет как раньше, даже если проиграем. Не для нас. Подумать только. Бенджамин, ты же мой родной брат. Ты такой же, как все остальные. Ты завидуешь. Ведь это моя девушка. И моя карьера. Я, между прочим, не виноват, что я стал чемпионом, а ты нет.
Я ее не брошу. Закрыли тему. Я люблю ее. Люблю. Ты понимаешь? Я выиграю. Вот увидишь. Я выиграю. Большая роль в кино. Что за тип, а? Это мой агент. Я получила роль. Ты что, не рад за меня? Рад, рад, конечно. Это будет фильм Мельвиля, великого режиссера. Ты ведь знаешь, кто это? Понятия не имею. Ну что мне с тобой делать, Виктор? Тебя ничего не интересует. Это не так, милая. Меня интересуешь ты. И у меня для тебя есть сюрприз. Осторожно. Прекрасное место. Обожаю твою улыбку, милая. Спасибо моим родителям. Боже мой, какой дом! Он великолепен! Смотри, там даже лошади есть. Успокойся. Ты мой красавец. Успокойся. Он арабский. С чего ты это взяла? Во-первых, он не крупный, глаза выразительные. Он очень смелый. Это можно узнать по форме шеи, по нервозности. Откуда ты знаешь? Папа научил меня. Он научил меня всему, что я знаю. А бокса не учил? Конечно, учил. И думаю, я смогу побить даже чемпиона мира. Что, боишься? Я? За мной! Любимая моя, это все твое. Все, хватит. На сегодня достаточно. Хорошо. Хорошо. Янг, иди взвесь. Ну что? 54. 4 кило? Не может быть, это же, а? 2 кило здесь, 2 кило здесь. Я не верю глазам. Нужно все это сбросить за несколько дней. Больше не давать ему есть. Никакой еды, ясно? Ни единого кусочка, ясно? И пить нельзя. Нельзя переставать есть перед боем. Ну ладно, мне нужно фото ваших родителей для статьи. Да. Давайте, давайте. Это нельзя печатать. Почему? Они арабы. И что? Мне нужно что-то приличное. Не понял? У вас нет другой? Эй! Ну-ка! Эй! Здравствуйте, радиослушатели. Начинаем трансляцию из Манчестера, со стадиона, где сегодня в рамках чемпионата мира по боксу обладатель титула Янг Перес будет драться с Джеки Браун. Помни главное.
Избегай ударов в живот и апперкотов. Занервничай, что не может тебя достать, и он твой. Не переживайте, он любитель. С ним проблем не будет. Янг Перес обладает опытом, хорошей скоростью и выносливостью. Он сейчас не в самой лучшей форме, но при его таланте он может выиграть этот бой в 3 или 4 раундах. Бокс! Бой за звание чемпиона мира начался! Первый раунд! Постоянные перемещения и предельная концентрация. Благодаря этому пока преимущество у Переса. Он постоянно атакует. Со своим правым джебом он может все, а когда подключает левый... Ох, какой точный удар в голову! Просто чудо! Янг Перес устраивает настоящую демонстрацию сил. Он подавляет противника. Публика Манчестера в шоке. Да, Джеки Брауну сейчас не позавидуешь. Правда, все еще может измениться. Английский боксер очень крепкий. Может, он не такой быстрый, у него не такой высокий класс, как у Янга Переса. Но он чемпион Британии и чемпион Европы. И все еще может измениться. К концу раунда явное преимущество у Янга Переса. Молодец! Он, как всегда, уверен в себе. Ну что, я же говорил, расплюнуть. Второй раунд. Парни в центр. Бокс! И Джеки Браун поднимает руки, закрывая лицо. Он прекрасно знает, что чемпион гораздо быстрее, чем он. И, как видим, намного лучше подготовлен к бою. Давай, давай, заканчивай с ним! Раунд следует за раундом. Сейчас уже идет 6-й раунд. Преимущество все еще на стороне Янга Переса, но он уже не столь быстрый и уверен в себе. Посмотрите. Ну же, бей! А Джеки Браун как машина набирает ход. Медленно, но жестко и неумолимо. Атакуй, атакуй, давай! Хотя Браун и проигрывает по очкам, у него есть шанс. Давай же, ну, бей! У боксера такого класса в любой момент может открыться второе дыхание. Что и происходит в конце раунда. Малой, только не паникуй. Дыши глубже. Танцуй, уворачивайся. У тебя больше опыта, чем у него. Не валяй дурака, боксируй. Какая уверенность. В этот раз британец поднялся первым. Он намного свежее, а это уже говорит о многом. Бокс! Атакуй! Все, как я говорил. Есть стиль, хорошо бьет, но он выдохся. Надо было сразу выигрывать. Давай же, Виктор, не сдавайся. Господи. Янг Перес уже не так хорош в 13-м раунде, а впереди еще 2. Он едва передвигается, ноги не держат его. Гордость не позволяет ему опустить руки. Он стиснул зубы и продолжает драться. Великолепный бокс показывает Джеки Браун. Трибуны ликуют. Эй! Это ужасно. Никакой пощады. Атакуй его! Бенджамин, я больше не могу! Я больше не могу! Я знаю, брат, я знаю. Какой удар! Без быстрых ног это уже не тот я! Это ужасно! Это просто избиение! Джеки Браун не упустит! Уходи! Он зажал его у канатов и бьет! Уходи! Уходи! Бросили полотенце в самом конце 13-го раунда. Джеки Браун не может поверить. Он новый чемпион мира в суперлегком весе.
Янг Перес повержен! Абсолютная победа Брауна! Только что здесь, в Манчестере, Янг Перес потерял титул чемпиона мира. Я так волнуюсь перед этим показом. Если попросят на сцену, не слишком улыбайся. А в зрительном зале улыбайся побольше. Там будут Ренуар, Габен, может быть, Тина Росси. Кажется, ты волнуешься куда больше меня. Не переживай, я справлюсь. Черт. Журналисты меня ненавидят. Естественно, за поражение спасибо не скажут. Жан, пожалуйста. Все уладится. Слушай, этот вечер очень важен для меня. Я рада, что ты рядом. Что за колье? Я тебя спрашиваю, что за колье? Послушайте, сейчас не время. Помолчи, ладно? Виктор, ты как маленький. Это подарок от мамы. Да ну. Не знал, что она была богата. Оно досталось ей по наследству. Я ведь могу и проверить. Послушай меня. Ты не мой муж, Виктор. И мы не в Тунисе. У тебя нет никаких прав на меня. Если будешь себя так вести, то лучше иди домой. Ну так выходи за меня. Рад вам представить Мирей Бален. Она очень талантлива. 4 фильма, чуть больше, чем за год. Вы снимаетесь с Жуаноном, не так ли? Да, это так. Как называется фильм? «В поисках обнаженной». Вы очень смелая. Нет, я большая трусиха. Давай быстрее. Опоздаем. Который час? Бенджамин, я тут думал всю ночь. Я буду тренироваться. Мы вернем Бельера. Это еще не конец. Что это значит? А? Когда ты уезжаешь? Сегодня днем. Надолго? Не знаю. Когда ты собирался сказать? Я не знал, как. Хватит, что ты делаешь! Да хватит уже! Хватит, черт! Ты что, совсем больной? Прекрати сейчас же! Пусти! Ha ha ha.
буду без тебя, брат. Менджи. Несколько лет спустя. Париж, Восточный вокзал, 1938 год. Не пей, у тебя бой скоро. Хорош. Мне надо взбодрить. Что, возомнил себя моим отцом? У нас поезд через час. Я из кожи вон лез ради этого контракта. Ты должен собраться. Месье Перес? Янг Перес, знаменитый боксер? Поклонница. Сейчас это редкость. Меня зовут Сара Голдстейн. Доктор Голдстейн. Простите, что я вас побеспокоила, но я так понимаю, что у вас бой в Берлине. И что? Я сама недавно из Берлина. Короче, вот в чем дело. Вот уже 2 дня не могу связаться с братом в Берлине. Он работает фармацевтом. Ну а мы-то здесь при чем? Вы знаете Гитлера, мсье? Нет, лично не знакомы. Вам смешно? Вы что, вы газет не читаете? Мсье, этот человек – опасный псих, который преследует евреев. Он придумал законы для очищения арийской расы. Организует преступления против евреев, а вы тут смеетесь. Простите, наверное, я обозналась. Подождите, подождите. Простите, доктор. Просто... нам здесь трудно представить, что такое возможно. Чем я могу помочь? Мой брат должен прийти на ваш бой. В самом конце он подойдет к вам за автографом. Передайте ему незаметно этот конверт, пожалуйста. Это должно помочь ему выбраться с семьей из Германии. Почему вы уверены, что я не заберу деньги? Я небольшая поклонница бокса, не особо в нем понимаю. Но я видела ваши бои, мсье Перес. И я знаю, что вы за человек. Берлин, 1938 год. Господи, ну наконец-то. Давайте быстрее. Мы вас заждались. Здесь ваши деньги и ваш аусвайс. И самое главное, что бы ни случилось после боя, сразу же возвращайтесь в Париж. Такси будет вас ждать. Господа, есть риск, что сегодня публика будет особенно взвинчена. Ради бога, я прошу вас не отвечать на провокации, которые они заготовили. Желаю всем удачи. Стойте, а как мне ему помогать? Здесь ничего нет. Вот стоит ведро, а рядом губка. Наберите воды. Thank you.
Держите их. Это грязные жиды. Виктор, нужно уходить. Голдстейн не придет. Все кончено. Максо, ты езжай, я догоню. Не-не-не-не, я останусь с тобой. Они сошли с ума. Клянусь, мы поплывем домой на первой же лодке. Бенджамин найдет нам работу у баронессы. Европа хочет убить нас, ты понимаешь? В Берлине, да. Но не во Франции. Да ладно, везде то же самое. Увидим. Езжай первый. Если не приеду на вокзал, отправляйся в Париж. Держишь меня за дурака? Думаешь, не знаю, куда ты? Ну хорошо. Но поклянись, что сразу же приедешь. Клянусь тебе, Максо. Клянусь. Эй, почему еще здесь? Но я должен раздать автографы. Ты что у нас, Шмеллинг, звезда ринга? Все уже ушли, никого нет. Проваливай. Давай. По этому адресу. Нет, должен достать вас на вокзал. Сюда ехать не мочь. Нет, сначала этот адрес, потом вокзал. Я не мочь поехать сюда. Не врать. Давай, дружище. Я видел, как он зашел сюда. Наверное, еще один жид.
Что ты забыл в еврейском доме? Ты тоже жид? Это боксер. Ему нужны лекарства. Это арабский боксер. Париж, январь 1944 года. Стой! Добрый вечер, мадам. Вы подготовили? Да, как и просили. Нет, Виктор, не надо, не надо. Все хорошо. Пусти, Марис, Мирей ждет меня. Я не могу тебя впустить, прости. Тебе не нравится, как я одет? Это? Да? Успокойся. Успокойся. Да пошел ты! Виктор. Я всегда знал, что ты используешь людей. Но опуститься до такого... Я на тебе чуть не женился! Кто этот джит? Виктор Пере, 136 боев! 27 нокаутов! Убрать этого жида. Еврейская свинья. Пустите! Пустите! Для меня это честь, что в моем лагере работает боксер-профессионал. Это честь и привилегия. Вы знаете, я ведь следил за вашей карьерой. Ваши бои против Дженаро, Магуайра, Декстера, Брауна. Вам далеко до Шмелинга, Корнеры или Брекенштрата. Но для представителя вашей расы ваши успехи похвальны. В то же время мне было больно от самой мысли, что еврей может стать чемпионом мира по боксу. Видимо, вы подкупили всех судей, сжульничали. Это в крови у вашей расы. Что и было доказано. Короче говоря, я принял решение показать ваше истинное лицо всему вашему еврейскому народу. В общем, вы будете участвовать в боях здесь, прямо в стенах лагеря, против настоящих арийцев. Да, и... по поводу идеи
подкупа судьи. Судьей буду я. Понятно? Ну а пока, чтобы все было по справедливости, я отправлю вас работать на кухню. Там полегче. И там вы сможете тренироваться. И получите 2 миски супа, а не 1, как остальные. Как говорят, нет худа без добра. Согласны? Можете сесть. Продолжайте работать. В чем дело? Он посмотрел на меня, как будто мы с ним знакомы. Собака. Вот скоты. Голодные, наверное. Спасибо. Прекратите. Хватит. В чем дело? Он украл еду из кухни. Ты еврейский боксер? Да. Воровать нехорошо, маленький боксер. Пошел отсюда! Живо! Исчезни! Живо! Шел вон! Yeah!
Виктор. Тише, тише, ты меня раздавишь. Прости, прости. Как ты тут оказался? Я искал тебя и не хотел оставлять одного. Не плачь, братишка, не плачь. Не надо плакать, брат. Не плачь. Не плачь. Я рядом. Рядом. Он ваш тренер? Да, он нужен мне. Он мой спарринг-партнер. Он же едва живой. Ладно. Хорошо. Теперь вы не сможете больше жаловаться, что с вами тут плохо обращаются. Идем. Бегом! Ишмус Виктор Зумбокса. Убер Трефен. Ишмус Виктор Зумбокса. Убер Трефен. Быстрее! Пора. Подтягиваемся, быстро! Ишмус Виктор Зумбокса. Я должен помогать Виктору тренироваться. Ты что делаешь, Виктор? Давай полегче. Ты так долго не протянешь. Я потерял силу. Мои руки слабы. Они победили. Мне конец. Все и так это знают. Ради этого весь спектакль. У тебя нет шанса выиграть этот бой. Все это знают. Сдаться значит умереть. И я все равно буду биться. Это мой мактуб, Бенджи. И знаешь что? Я предпочту умереть на ринге. У смерти хотя бы будет соперник. Надо идти. Собери все вещи. Не забудь хлеб, что я взял с кухни. Виктор! А Максо? Что с ним после Берлина? В ту ночь многие погибли. Помнишь, как ты вернулся в Тунис? Бенджамин, в ту ночь я решил снова тренироваться и вернуть Бельера. Я был не безнадежен. Просто глуп. Я не знал, как тебе сказать. Виктор, ты ведь... как король, ты как лев. Если что-то делаешь, то что-то великое.
Я совсем другой. Эти годы я жил ради тебя. Я был твоим хранителем. Но мне была нужна и собственная жизнь. Я всего лишь хотел открыть магазинчик, завести семью, жить обычной жизнью день за днем. Жизнь в Париже была не для меня. Я очень хотел домой. Мечтал о маминых котлетах. Хотел поваляться на песке. Вот о чем я мечтал. А о карьере ты не думал? Ты смеешься. С моей фарфоровой рукой я едва годился просто в спарринг-партнеры. Карьера. Ты моя карьера, Виктор. Я бы сделал что угодно, чтобы ты вернулся со мной. Я не мог тогда с тобой вернуться. Я был в долгах. Помнишь, когда были детьми? Я глупости делал. Папа привязывал меня к кровати. Я плакал, орал. А ты меня всегда отвязывал. Ты помнишь? Даже если попадало, ты помогал мне. Мне нужно, чтобы ты был рядом. Но не ценой твоей жизни. Не ценой твоей жизни. Не падай, держись. Держись, Жозеф. Держись, Жозеф, держись. Прочитай кадиш по мне. Давай. Просто держись. Ты она. Не оставляй меня. Этот боксер. Этот уже труп. Кадаш, вид, кадаш, мяба. Начальник хочет с тобой поговорить. Ты ведь спарринг-партнер Виктора Переса, не так ли? Ты сейчас же его найдешь и начнешь готовить его к бою. Время пришло. Иди. Живо. Недобитая крыса. Los, aufstehen. Встать. Folge mir. За мной. Raus. Пошел. Нел! Все в порядке? Не совсем. Ноги тяжелые. Раус! Пошел.
Бокс. Не вставай, Виктор. Не вставай. Не вставай, я умоляю. Не вставай. Думал, будет просто. Думал, быстро одолеешь это. О, бокс, бокс. О, бокс. Продержится. Не вставай! Не вставай, Виктор! Сука, опусти голову. Не поднимайся! Остановите бой! Спокойной ночи, дорогая. Должен сдаться, брат. Тебе нечего доказывать. Нет, сначала набью ему морду. Я не сдамся. Я чемпион мира. Я чемпион мира. Вставай.
Виктор. 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 Бенджамин. Надо найти девочек. Надо найти девочек в Берлине. Надо найти девочек в Берлине. Надо найти девочек в Берлине. Они все с тобой. Я слышу их. Они живы. Я слышу. Слышу их. Слышу. Бокс. Несколько месяцев спустя, с приближением Красной Армии, концлагеря были срочно переброшены на Запад. Марш смерти. Январь 1945 года. Никогда не любил ходить. Ты же знаешь. Бегать по рингу, да? Но не ходить. Ты им расскажешь? А? Расскажешь, что я боролся? Там деревья. Впереди. Я их отвлеку. А ты беги, не останавливайся. Я не могу, Виктор. Нет, ты можешь. Да. Кто расскажет обо мне, если мы оба умрем? А? Кто прочтет кадиш по мне? Я прошу. Я тебя прошу. Теперь ты чемпион, брат. Thank you.
Фильм Жака Луаниша. Брахим Аслум в роли Виктора Янга Переса. Стив Суиса в роли Бенджамена Переса. Изабелла Урсини в роли Мирея Бален. Патрик Бушете в роли Леона Бельера. Дэвис Арду в роли Максо. Брюс Пейн в роли начальника лагеря. Продюсеры Нелли Кавски и Жак Ваниш. Виктор Янг Перес. Родился 18 октября 1912 года в Тунисе. Убит 22 января 1945 года в концлагере Глевиц. Фильм дублирован объединением «Мосфильммастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Люксор» в 2014 году.